Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш блог з найкрутішими мейкап-артистами в Україні. Сьогодні мене буде фарбувати Слава Чайка! Я применяю в работе своей патчи, и я думаю, что чтобы вы не там разбежались по ту сторону экрана, я надену парик, чтобы вам не так уж и было страшно, окей? Дуже цікаво, чому от люди, ну кожен з мейкап-артистів в цьому блоці мав право, ну, зробити зі мною майже все, що завгодно, ну, в Славі прям все, що завгодно можна. От, і короче, цікаво, чому, ну, от саме так. Тобто я ж завжди така мила, прекрасна дівчина. Такое стервозное прям такое, знаешь, именно несет за собой образ атмосферу такой, как бы, почему бы и нет, да? Да, цікаво. Так, що ти будеш теж робити якийсь хард-макіяж, правильно? Ну, Авжеш. Сьогодні я применяю тінт Офра, не скажу оттеночек, тому що вони дуже швидко стираються. Вот. Я наношу на глаза, вверх смотрим. На глазах у нас уже була база под тінь, яка називається Tom Ford. В Tom Ford база кремообразна. Вона така більш клієнтська, якщо що, якщо цікаво, можемо показати її ось так. Вот. Клієнтська – це як? Ну от, смотри, раз, да, в одному оттінку. Тобто кремова текстура, і тут одразу вже суха текстура, тобто можна одразу зафіксувати її. Розкажи людям, ну може хтось не розуміє, навіщо взагалі база під тіні? Ну тобто можна ж просто нафарбувати очі. Ну я слышав, що ти консилер используєш. Це така більш блогерська тема, но по цьому поводу не зря же цей продукт существує. Да? База під тіні, как бы, которую нужно применять. Тим более у нас же кожа вокруг глаз, она дуже тендитна. Вот, и стоит как бы на это все-таки обратить внимание, точно так же, как и зона под глазами. То есть туда мы не наносим прям интенсивно тон, туда мы наносим интенсивно консилер. Мы применяем палетку для теней Dior, что на меня нынче вообще не похоже. Но мне просто так приглянулось в последнее время. А як ти любиш в палетках? Більш, щоб вони виглядали круто, чи все-таки... Ні, однозначно, щоб вони... А я люблю, щоб круто виглядали. Ну, із-за цього ти любиш Fendi. Fendi і Джефрі Стара. Більш професіональні бренди люблю, такі з розряду Lime Crime, Prodigy, це український бренд. Prodigy. А вони прославились своїми тінями. Я думаю, що ми ще сьогодні використовуємо тіні. Вот, значит, поверх тинта мы нанесли вот такой вот один оттеночек. Один и... для губ, нет? Нет, он не совсем для губ, он абсолютно для всего, вплоть до того, что можно его использовать на щеки, на носик, делать носик алкоголика, но это мы так шутим. Я люблю такие. Но пока что ты робишь какую-то основу, правильно? Тобто... Да. Да. Делая очертания, самое главное это делать матовыми оттенками, потому что большая проблема в том, что вот начинающие визажисты берут и не делают построение глаза матовым, а сразу там вот какой-то запеченный или светоотражающий эффект, и он не работает, он наоборот всю морфологию немного как искажает. Да, это можно делать в определенных моментах, когда ты делаешь не какой-то коммерческий макияж, это, например, фэшн мейкап, да. Вот, но... Одразу просто на да, пальцем, да, там, да, что-то да, на коляку. Мне кажется, что на моем наглядном примере вообще все поняли и осознали, что бабки тут вообще ни при чем, что самое главное – это вдохновляться человеком и делать то, что вот действительно душе хочется. Потому что хард – это прям вот история об этом, а не о том, чтобы, о боже мой, мы как-то выпендриваемся и так далее. Потому что когда появилась группа Hard Kiss, с кем настолько не сравнивались, вспомни, с Бьорк и прежде всего с Леди Гагой, вот, и так далее и тому подобное. Ну так, и когда тебя сравнивают с Бьорк або Леди Гагой, это же круто. Нет, они просто как хейт. Это, а, супер. Да, и типа чуть-чуть было как бы too much. Надихаючись такими іконами, ти все одно робив щось своє, правильно? Однозначно, ну. Однозначно. То есть, ну, я ориентировался и отталкивался от мировых и мейкап-артистов, и дизайнеров, и фотографов. То есть то, что вот действительно вдохновляет. Для меня, например, вообще очень непонятно, как люди могут не вдохновляться другими людьми, потому что это такой вечный источник вдохновения. Тогда, когда в 21 веке абсолютно все доступно, и разные приложения, и... Ну, то есть с насмотренностью, как бы, мне кажется, что у всех должно быть такой плюсик в 21 веке, чем наоборот минус. То есть
осознать, понять, найти, показать то, что действительно хочет или заказчик, или сама модель, или дизайнер. Ну, я не вижу с этим абсолютно никаких проблем. Это каял, да, я обожаю его прокрашивать. Я не понимаю, почему у всех такая нелюбовь к этому каялу. Я тебе хочу сказать, что когда я работал в Каннах, там макияж делался за 15 минут, и вот как раз там нету такого, что вот прям мы сидим и рисуемся, и рисуемся, и рисуемся, как у нас это бывает. Вот, и в основном французский макияж, он довольно-таки очень такой обычный, вот, но на это дается только 15 минут. А, про, ще про твоє становлення, прям мейкап-гуру, скажімо так. Ти надихався кимось з там якихось суперікон в всесвітньому там шоу-бізнесі і використовував це все на Юлі. Да. Вона, ну, одразу тобі почала довіряти? Чи як це все? Да, это прям большой плюс, то, что они во мне увидели какую-то, ну, какую-то родную душу, потому что так, в принципе, очень сложно кому-то быстро довериться. Был очень крутой фидбэк со стороны зрителя, вот, то есть сразу как-то среагировали, и я в очередной раз осознал и понял, что зритель, он такой, он не глупый, он на коне, он ждет, он дожидается, он готов уже к экспериментам. В принципе, я очень часто там шоплюсь в Киеве, и мне там отслеживаю какие-то коллекции, прихожу и говорю, почему тот, там, и тот или иную там вещь не привезли или единицу. Они мне говорят, ну, потому что у нас там это не будет покупаться. Я говорю, да будет уже покупаться, да готовы мы уже ко всему. Правильно. И так далее. Мне еще давно, когда мы начинали, розповідав Юра Нікітін, що він думає про хардкіс. Він завжди казав, що хардкіс – одна з найголовніших особливостей – це саме їх стиль. Мене вдохновляють ці люди, якщо мені комфортно працювати, тому що помимо того, що я стилізую кліпи, зйомки, різні фотосесії, різні виходи в світ, точно так же і гастролі. Конечно, ти не знала? І волосся. Конечно. Ну, волосся у нас еще работает Виталий Дасюк, собственно, гуру париков и всего остального. Он очень такой скромный в этом плане, но я считаю, что он себя чуть недооценивает. То есть, если я громко об этом говорю, он немного иногда там сомневается в себе, но это от того, что как бы все люди разные, кто-то готов громко говорить, кто-то готов тихо говорить об этом и так далее. А як ты думаешь, це залежить от як ти себе подаєш? На якийсь твій успіх. Ну, ти розумів, про що я кажу. Ну, тобто, конечно. Якщо ти весь час там про себе заявляєш, там я там найкращий, наприклад. Я в этом плане очень скромный человек. Вот честно. То есть те, кто меня знают, они с одной стороны просто не нужно путать с таким характером, да, довольно-таки сильным, просто без сильного характера, мне кажется, сложно что-то либо кому-то доказать, донести взагалі и так далее. Важко да, потому что, работая с артистами, ты прекрасно осознаешь и понимаешь, что нужно все-таки иметь свою точку зрения, и даже если артист до конца не понимает, то чуть-чуть, как говорится, быть таким психологом и уметь предвидеть вообще всю эту ситуацию, объяснить, рассказать, как это будет одеяние на нем. Вот. Ну, я взагалі вважаю, що завжди треба бути відкритою, особливо до творчих якихось людей, тому що ти можеш півжиття проходити там, з якоюсь зачіскою або мейком, ну, тобто, напрацьованим, твоїм нібито. Але потім тобі хтось зробить, от, як, наприклад, ти сьогодні, тобі зробить щось кардинально інше, і ти просто зрозумієш, що це твоє, і ти, тобто, взагалі хочеш перестроїти свій образ, а так би ти ніколи цього не зрозумів. Слава, в тебе, мабуть, найбільша колекція все ж таки косметики з усіх, кого я бачила. Кого ти бачила? А я як-то по-другому не можу вже приїжджати. Тобто для мене прям принципіально важливо. Тобто ти маєш мати Это, знаєш, я думаю, що ти прекрасно зараз поймеш. Це от така вже привичка, як після кліпів. Тобто тоді, коли у мейкап-артиста має бути все вплоть до чупа-чупса, ми так сміємося, да? Тобто от прям от все, тому що от це от все ти можеш. У меня всегда так было, то есть я там левой ногой взял уши Нади Дорофеевой, которые в итоге были как фишка использованы уши Микки Мауса. Так. Сейчас я взял очень прикольный хайлайтер, кто не знал, можно хайлайтер использовать, хайлайтер на глаза, вот, на глаза, на губы, на сиси, куда угодно, собственно, вот, потому что это сухая текстура, она ничего не навредит, она наоборот подсветит. Окей, а какие в тебе, вот, ну, ты думаешь, зоны, которые никогда, ни в приятных выпадках не можно хайлайтерить? Подбровное пространство интенсивно. То есть можно слегка пройтись. Лоб я хайлайтю.
Хайлайтишь? Да, да, почему бы и нет. Ну, например, если у нас лицо довольно-таки квадратное, и нам надо же визуально по морфологии его вытянуть, и, конечно же, прихайлайтить лоб спокойно можно. Я использую палетку, она чуть-чуть так не в рабочем состоянии, но не суть. Ну, она навпаки в рабочем. Ну, то что ты же працюешь на его, да. Постоянно так. Палетка, это Наташ Денон чуть-чуть испортилась в качестве, но мы ей это прощаем. Я думаю, что это просто временный какой-то такой хайп. Вот, как и у Джеффри Стара, у них же все абсолютно это специально сделано, вот, особенно у Джеффри. Теперь мы завиваем ресницы кёрлером моего любимого бренда Шу Уэмура. Открываем глаза. Знаешь такой бренд? Нет. А этот бренд входит в десятку лучших косметик мира, представляешь? Я наконец-то его пощупал. Я вообще ненавижу в интернете что-то либо заказывать. Mm-hmm. Открываем глаза. Я его в Таиланде нащупал, то есть для меня прям важно прям прийти на стенд и пощупать. Mm-hmm. Так, теперь мы используем телекоскопик, такую довольно-таки классическую тушь L'Oreal Makeup. И прокрашиваем аппликатором отдельно каждую ресничку. Знаете, как я прокрашиваю? То есть, во-первых, посмотрите, где я стою, да? А чего так? То есть я не перекрываю тебе кислород, да, с тем, что... Супер. Вот так вот, да, как некоторые визажисты красят. Максимально я хочу, как говорится, залезть под корень ресницы и вибрирующими движениями такими прокрасить полностью всю ресничку. И этого будет достаточно. То есть они за счет этого немного будут такие завитые. Вообще, я обожаю L'Oreal туши, они очень доступны по цене, и я считаю, что здесь чуть-чуть не нужно там перетумачивать какие-то мега-дорогие. Ну, как бы я нормально отношусь к люксовым продуктам, но для кадра, мне кажется, вообще безразлично. То есть, ну, тут можно действительно бюджетные какие-то продукты, масс-маркетовые применять, потому что ресницы в априори, они должны быть завиты и не должны быть цветом black. Ну, если это не какой-то там фэнтезийный мейкап, да, и хочется другого цвета. А це який колір? Black. Прям black-black? Yes. Так, мы, ба-ба-ба-бам, барабанная дробь, выбираем наши красивые, распрекрасные патчи и берем консилер Yves Saint Laurent. Я ничего не стесняюсь, то есть вот так вот аппликатором я делаю прям такой большой треугольничек под глазиком. Нет, он не быстро высыхает, он средний по плотности. Если что, его можно что наслаивать. Может быть, людям показаться, что я прям так интенсивно делаю какой-то, знаешь, такой вот консилер под этим, но если вы делаете интенсивные такие color смоки, ну и вообще какие-то либо смоки, у вас прям 100% должен быть консилер под глазиком. Для того, чтобы сделать еще больше активный глаз и вообще в целом мейкап. Мы берем 201 Кика. Кика Милана. Вот, да. И вот прям вот ничего не боимся. То есть вот чувствуешь под кость, я его завожу. Ну как тебе сказать? И я его завожу сюда. Кика Милана, это уже не первый визажист, кажется, что... Бомбочка. Бомба. И растушевываем. Главное синтетической кистью все кремовые текстуры растушевывать. Так, ну что, время время хайлайтера. А ты чекай, уже был хайлайтер. А? Уже был хайлайтер. Где? Ой. Хайлайтер был на глазах, и он был цветной. А это, у нас будет светоотражающий. Мы под эти глаза чуть-чуть, он у нас будет заходящий на височную часть. То есть не так, как будто восприятие, он под глазом нанес хайлайтер. У меня, кстати, практически всегда срабатывала вот эта задняя идея, типа, когда ты видишь любого какого-то артиста, как бы я его накрасил. Но вот это, типа, мне кажется, это прям проф такая вот тема, которая должна быть у каждого мейкап-артиста и так далее. И вот это вот хочу-не хочу и запускать в космос. Вот так вот, вот, пальчиком. Открыть. О-ля-ля. Все, Слава разыгрался. Да. Фиксанем их. Как-то так. Так, сейчас до технический момент. Зараз бы на концертик якийсь через годинку. Класно було. От, дуже сумую, і мені не вистачає подорожей. Ну, а саме більше подорожей з виступами, тому що ми дуже багато подорожували і виступали одночасно. І Америкою, і Європою, ну, у нас був тур, і я дуже сильно по цьому сумую. Зараз час накопичення, тобто ми накопичуємо матеріал музичний, ми накопичуємо
відеороботи. Ну, тобто, щоб потім, коли все вже пройде, я сподіваюся, що це буде скоро, то ми просто вже з матеріалом, з усім виїхали. Бамбаньоцю. Так, дуже хочеться виступати частіше. Можна глянути? Супер, да. Боже, я Юля! Тихо, Юля! Откроем? Да. Глазик режет. И вот эта вот штучка, она у нас не выходит в стрелку, она у нас скрывается за ресницами. Вот то, что мне прям дико свойственно моим мейкапом. А часто я вижу, что прям прорисовывает стрелку, и оно так... Ну, на любителя, конечно, знаешь. Брови у тебя... Что ты робишь? Просто Шарлотт Тилбери вычесываю их и все, потому что брови у нас идут самый последний акцент. Этот акцент называется третий, и он должен быть такой. Мимолетный. Типа здесь не история про графичные брови и так далее. Здесь брови у нас оттеняются чуть-чуть за челкой, под челкой, и они такие, как будто эффект автопатия, да? Я взял NYX карандаш. Телесный. И чуть-чуть подбровное пространство осветлил. Тебе им комфортно, да? Да, он, в принципе, неплохой. Вообще, NYX косметика довольно-таки бюджетная и хорошая. Есть у меня и такие массовые продукты. И у-ля-ля. Фиксируем все то, что у нас было. У-ля-ля. Так, полная. Теперь осталось нам перевоплотиться, залачить лак. Для нас это будет до кілька хвилин, для вас это будет прямо зараз. Та-дам! Итак, мне кажется, я сегодня продемонстрировал то, что можно сделать не только макияжем, полноценный образ, но еще париком, аксессуарами и в целом всем одеянием. Друзі, будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей образ, тому що я в такому шоці зараз сиджу, стараюсь не розридатись. Не демонстрировать. Стараюсь не показувати, але я дуже тобі вдячна, справді. Це моя мрія була. Слава обіцяє розіграти серед підписників каналу і підписників Слави подарунок від L'Oréal. Треба здогадатись, як звати собак Слави, і написати в коментарях під цим відео. Перший, хто напишуть, отримає подарунок від мене і Слави. І обов'язково треба бути підписаним на наш YouTube, на Instagram Слави і на мій Instagram. Дякую вам за перегляд. Я думаю, вам сподобалось. Якщо ні, пишіть. Якщо так, пишіть. Пишіть, що ви б ще додали, щоб ви прибрали. І взагалі, можете писати все, що завгодно. Дякую за перегляд. Щасливо. Па-па!